Загадайте своему малышу загадку. Как на нашей грядке выросли загадки? Сочные да крупные, вот такие круглые. Летом зеленеют, к осени краснеют. Правильно, конечно, это загадка про помидоры. Расскажите малышу, что прежде чем появятся помидоры, кустик цветет желтыми цветочками. Потом появляются плоды. Сначала они зеленые, круглые или овальные. А потом проходит немножко времени, и они превращаются в сочные красные помидоры.